Рафаэль Батыршин, два его броска сначала сломали ухо партнеру, потом звонко прозвучала шайба о штангу. Вот в этот момент что подумал? Ничего не подумал, я побежал за шайбы дальше играть в хоккей. Мне некогда времени думать. Тренер призывает думать на площадке. Мы сегодня медленнее думали, чем в домашних матчах? Нет, мы сегодня играли достаточно хорошо. Естественно, соперник отступать некуда. Он играет дома, где-то играл активнее, может, где-то вторым номером. Но мы четко старались выполнять тренерское задание. Не скажу, что мы сегодня сыграли плохо, а играли хорошо, но сегодня, наверное, не повезло нам. Ну, Акбарс в финальных сериях еще в КХЛ не выигрывал вчистую, или там 4-0, 4-1. Может быть, перепишем историю? Не знаю, я не смотрю назад, как играют до этого, какие-то параллели проводить. Мы играем, выходим каждый матч и бьемся только на победу. Ну что ж, удачи вам через день, силы накопить и порадовать действительно своих болельщиков. Болейте за нас, мы чувствуем вашу поддержку. Станислав Галиев обещал порадовать Казань и родителей, но что-то не в полной мере сегодня получилось. Ну, старались, бились, а не повезло. И сами не забили в третьем периоде. В овертайме. Напряженная игра. А так по игре, я думаю, равная игра была. Старались, бились. Ну что, по статистике мы не дотянули до того количества бросов, которое могло принести нам результат. Да, согласен. Если мы хотим выигрывать, надо больше доводить шайбу до ворот и стараться находить ее там. Ну что ж, теперь мы с новыми мыслями выйдем на четвертый матч этой серии. Да, но завтра новый день, подготовимся, настроимся, все будет хорошо. Что сказал главный тренер сделать? Готовить, все в наших руках. Ну что ж, удачи. Спасибо.